Шымкенте проходит международный турнир по теннису среди юниоров ITF Juniors G3. Он собрал более сотни спортсменов из 20 стран. Казахстан будут представлять Достанбек Ташбулатов, Малик Умарханов и другие. Как отметили на пресс-конференции, проведение этого турнира именно в Шымкенте – очень важный этап в развитии тенниса в Казахстане. В этом городе проходит более половины всех международных состязаний, которые принимает наша страна. А местные спортсмены показывают отличные результаты.